знаете, я смотрела очень внимательно первый эфир, и я действительно согласна с членами жюри, то, что Европу не интересует состояние, что у нас происходит. Да, потому что, в принципе, не только у нас идет война, и в Сирии война постоянно, и в Израиле постоянная война, то есть как бы люди привыкли к этому. Понятное дело, очень страшно, когда погибают люди, но мы это... К сожалению, это не в наших силах, это в силах нашего государства. Поэтому я вообще аполитичный человек, и я про политику не говорю, так как я не политик, я артистка. У меня очень много фанатов за границей, я пою в разных странах мира, поэтому у меня очень много фанатов в разных странах, у меня очень много родственников даже в России, поэтому я их как любила, так и буду любить. И я считаю, что Евровидение — это не тот конкурс, где нужно показывать песни про войну. И, в принципе, я считаю, у меня, я готовилась позапрошлом году, мы писали песню «Love is Lord», это была песня «Любовь к Господу», то есть я там пела про войну, то есть как бы то, что я не хочу этого, да. Потом в прошлом году, когда Украина не принимала участие, все-таки мы написали песню, мы надеялись, что Украина будет принимать участие. Мы создали песню «Peace to Ukraine», «Мир Украине», мы хотели мир во всем мире, то есть мы рассказывали об этой ситуации, и мы поняли, что это никому не надо. И Европу действительно интересует шикарное шоу, потому что люди приходят туда отдохнуть, получить приятные эмоции, потому что в каждой семье есть свои какие-то проблемы, и их нужно решать в кругу семьи, а ну, не выставлять это все на показ. Поэтому мы и написали песню «Overload» про любовь, про счастье, поэтому мы просто надеемся на то, что наконец-то уже это все закончится и будет мир во всем мире.